9 мая 2023 года. Что самолеты, когда полетят, а их нет. Хорошая погода. Ах, не будет авиационной части парада. Нет, авиационной части. Самолет не полетел. Итак, парад на Красной площади завершен. Девятое мая 2023 года. Только что закончился парад Победы на Красной площади. Самолетов не было. Авиационной части парада не было в этом году. А погода хорошая. Хорошая погода. Когда небо вот какое синее, голубое. А да, жаль. Я их ждала и 7-го, и сегодня. Жаль, что не было. Это самое интересное. Вот как солнечно. Сегодня. Ах, да, жаль, что не прилетели самолеты и вертолеты. 9 мая. 78-я годовщина Победы. Для нас самый важный праздник. Жаль, что не было. А я ждала, ждала. С праздником всех наших россиян. И всех причастных к этому празднику. Уважающих, ценящих.
9 мая. Утро. 7 города Москвы, столица. Девятое мая. Сегодня погода очень хорошая. 13 градусов сейчас. Не было воздушной части парада, авиационной. Напрасно я ждала. Почему не было? Хорошая погода, на облака низко. Возможно, поэтому отменили. Вот такая погода. Теплая, сухая. Вот так в центре сейчас Москвы. Ну да, облачно сегодня, но солнечное, на облака низко, возможно, поэтому. Вот так сейчас 12:10 московское время в данный момент. Давайте посмотрим на наш двор. Зеленый, зеленый. Красивый. Яблони цветут. Вот так на севере Москвы сегодня, 9 мая, в полдень. А я ждала с флажками. Сегодня 78-я годовщина победы. Великой победы. От меня пожог города Москвы. И флажок победы. 78-я сегодня годовщина. Какой день важный. Да. Будем смотреть салюты из окна. Салют или фейерверк будет, наверное, где-то здесь. Посмотрим. Я собиралась в центре сегодня но не поеду далеко другой раз обязательно побываем на Красной площади в Александровском саду. Обязательно посмотрим. Какой день. Я снимаю из своего окна, что на севере города Москвы, столицы.
Ну, хорошая же погода. Красивое небо. Ну, с тучами. Вот какое небо над Москвой, столицей. Погода очень хорошая. 13. Тепло, сухо. Город Москва, столица. Девятое мая 2023 года. 4 часа дня сейчас. Небо хорошее. Почти чистое. Не было воздушной части парада сегодня. Авиационной части я ждала. Вот здесь прилетают самолеты и вертолеты. Когда бывает. Воздушная часть парада на Красной площади 9 мая. Вот так у нас сейчас плюс 13. Посмотрела я сейчас, какая погода. Красиво. На этой площадке музыка. Хорошее небо. А здесь совсем идеально. Праздничный день сегодня. День Победы в Великой Отечественной войне. Чудесный день, солнечный, не дождливый. Да, жаль, что не было авиационной части парада. Это очень красиво, впечатляюще. Самая интересная часть парада, на мой взгляд. Вот как у нас здесь все распустилось. Густая зелень вокруг. Березки наши. Хороший день сегодня. Праздничный.
хотя и грустный. Так вот такое небо над Москвой, столицей. Здесь север города Москвы. И вот так у нас 16 часов московского времени. Север города Москвы. Вот так выглядит этот день. Будем смотреть салют, фейерверк. Один или несколько вот в той стороне. Если будут, продолжу. Двадцать часов сорок минут сейчас 9 мая. Вот так за окном у нас на севере Москвы. Как светло. Сейчас плюс 10 на улице. Там день был день. И такой сейчас вечер. И такая картинка за окном. Как тихо. Никто не гуляет. 22 часа будет салют в городе Москве. Да, великий праздник сегодня. Великий день. Продолжу. Будем смотреть фейерверки, если будут видны вот там, в той стороне. А в центре, на Поклонной горе, в других местах будет вот там, вот в той стороне. Когда-то я наблюдала, но сейчас не видны те салюты, фейерверки. Только здесь. Если будут, продолжу. Пусть. Будем смотреть салют. Честь.
9 мая, День Победы. Ах, какой день важный для нашей страны. Такой закат, такое небо, такой вид из моего окна. Был фейерверк. Еще нет 9:21 сегодня, 9 мая 2023 года. Значит, фейерверки будут и у нас тоже. Это хорошо. Сейчас 21:00 московское время. Был фейерверк. Быстро темнеет на улице. 21:05 сейчас московское время. Да, быстро темнеет. В 22:00 будет грандиозный салют в городе Москве, столице. Ох, какая хорошая погода сейчас. Такой закат солнца. Половина 10 московское время. Вот как темно уже. Скоро будет салют. Если не будет виден, мы послушаем. Будет слышен грохот с разных сторон. Такой закат солнца. Одна звезда на небе. Тучи уже выше, чем днем. Наш север города Москвы, столицы, в этом месте. Вот так темно. Детские площадки освещены.
будем смотреть салют в честь Дня Победы 9 мая 2023 года. Или если не смотреть, то слушать. Будет слышно хорошо. Через полчаса. Через 3 минуты будет салют. В честь Дня Победы. Вот так у нас сейчас. Если не увидим, то услышим. Плюс 8 сейчас градусов тепла на улице. Север города Москвы, столица. Сейчас я поснимаю. И на смартфон, и на видеокамеру. Если у меня получится двойная съемка. Небо затянуто тучами. Приспосабливаюсь, чтобы снимать. Вот какой салют. На смартфон красивее. Да, в Парке Победы этот салют. Высокий, что виден даже здесь, на севере Москвы. А больше нигде нет. Поблизости нет. Вот какой. В Парке Победы. Такой зарево. Вот освещается дом 5, Ильницкий 17, фасад дома. Значит, вот в той стороне есть салют, но он мне не виден. Слышен грохот. Большой и красивый.
честь Дня Победы. Сегодня 9 мая 2023 года. Наблюдаем салют из Парка Победы на Поклонной горе. Салют будет продолжаться 10 минут. Больше нигде нет. Больше нигде. И фейерверков нет. Поблизости. Снимаю одновременно на смартфон и на видеокамеру. Восьмая годовщина со Дня Победы нашей победы. Парад был сегодня, но без авиационной, без воздушной части. А я ждала прилетающие самолеты. Но отменили, не было авиационной. Ах, какой день сегодня, значимый для нас, очень важный.
идут с Поклонной горы. Смотрим сейчас. Самый высокий. Он видит во всей Москве. Хотя так, как сейчас наблюдает. Всех с Днем Победы, с великим нашим праздником российским. И не только. Но мы отмечаем каждый год. И это очень хорошо. Все закончился салют. Завершился. Как был виден из моего окна. Да, замечательный был день сегодня. 9 мая. В нашей стране. А здесь север города Москвы. Вот так выглядит. На улице 8 градусов сейчас. А ночью будет до плюс 5. Прохладно. Но будет потепление. Наступит уже настоящая весна. А так сегодня 9 мая. Праздничный день у нас. Город Москва, столица.